Что-то помню,
Свою предать.
Без печка, без подпола, банку с
Настойничий стоста. Что вы, гость?
хороша, хороша. Словно кошка будет ножкой, не спеша, не спеша, не спеша, не спеша, не спеша. Thank you.
мне приснился сегодня ночью самый страшный кошмар на свете. Будто звякнул мой колокольчик и вошел со мной не цвете. Сам. Самый страшный сон на свете. Воскликнул, боясь, ты скверно. В общем, разве можно так хрипеть? Изумлен. Таким вопросом я проснулся безголосым. Завтра опять да легче лечь и умереть, да легче лечь и умереть, да легче лечь и умереть. Не пугайтесь, но сон ваши вещи. Логичный взгляд на вещи. Если петь и мы уже не можем, колокольчик нас тревожит. Если петь уже не можем, колокольчик нас тревожит. Колокольчик нас тревожит. Колокольчик нас тревожит. Вам готов я дать микстуру, безотказно крепляет тесситу. Груза берете ваше зелье и прошу вас быть за дверью. Умоляю сразу прочь, я очень занят в эту ночь. Я очень занят в эту ночь, я очень занят в эту ночь. Ах, его запись моя. Готов я дать микстуру, укрепляет тесситу. Сам отсюда убегу. Забирайте ваше зелье. Не цепели, словно время, что в цвета. Всех я очарую красным.
красотой. Красотой. Я приглашаю вас на премьеру, садитесь в первую минуту портрета. И наслаждались, и наслаждались. Не забывайте, я пою для вас. И слушайте мое терпение, назначаю мне терпение. Ненавижу все на свете. И колокольчик это не цети, и колокольчик это не цети. И не знайте петь, я хочу умереть. Накажи меня в Бог за это пение, я с упоением четвертого года. За это пение, я с упоением четвертого года. Это, братья, немедля приготовьтесь к пожару. Спать в эту ночь не ложитесь. Светит луна, плещет волна. Душа поет, горим, ладья несется. Говорил я, венчаться нужно в церкви, а не в аптеке. Вы полны неги. Песня льется, чему тут удивляться? О, хозяин, сгорит аптека. По-моему, звонит колокольчик. Откройте! Там маэстро Дуницетти. Что делать? Что делать? Обойти к супруге в спальню. Какая спальня? Совсем рехнулся. Сгорит аптека. Во всем доме нет воды. Опять отключили на профилактику. Что ты стоишь? Надо взять клумбы, тазы, кастрюли, бутылки, все что. То, что ты стоишь, надо наполнить это водой и расставить по всему дому. Под каждым столом и стулом должен стоять таз с водой. Главное, колбу с водой около спальни Серафимы. Это очень необычно, но очень пикантно. Давай быстро, быстро. Ставить здесь. Левее. Здесь. Ближе. Здесь. О, отлично. По-моему, как раз. Когда запылает, минуты не теряем, не всех гостей поднимать с постели. Непременно, но нас женой не трогать. Пожар, а вы уснете? Конечно, я новобрачный. Отдышусь и немедленно к Серафиме в спальню. Какая спальня? Совсем рехнулся, сгорит аптека. Кто-то долго не звонит колокольчик. Я гибну в нетерпении. А я не гибну. Ну, ты славно. Кто бы это мог быть? В толк не возьму, разве братья? А! Только это были братья. Певец вернулся с умова. Пришел допеть баллады серенады. Братья, готовы?
готов скорее чину слушать. Пение я больше не смогу. Колокольчик! Колокольчик!
Входите, братья, я буду защищаться. Вы птенчик, вы живы? По-моему, да. Что такое? Через дымоход. Так ты живая, значит, и я твоя женец. А ты снова мертвый. Дьявол, кто же прислал мне письмо о твоей смерти, а? Письмо я писала лично, но причина... Судите сами. Зачем супруга скрываться? Из него она в свете. Так, обманула письмом, нашла в день свадьбы, и что теперь? Пропала аптека. Кстати, об аптеке. Изволь платить, твоя закладная здесь. Я выкупила лекцию. Это потрясающе. Но прежде, друг, ответь. Да-да. Кто это сеньорина? Она впервые вижу. Она моя жена. А, да, конечно, тетя, не забыта. А это кто? Друг ваш? Ближайший, да, вот друг. Объясните, кто на ком женился? Она всегда права. Прошло сердце, и
Аптека тоже здесь. Прошу, Андрей!